Всем привет! Сегодня дам ответ на вопрос, который вы задавали со времени публикации первого ролика на канале. И звучит он так. Можно ли установить macOS, а в нашем случае Hackintosh, не удаляя Windows? И не форматируя раздел, на котором много важной информации. Итак, ответ на него звучит «Да, можно». И сейчас я вам покажу как. Однако хочу вас предупредить, что все показанное в этом ролике вы делаете на свой страх и риск. Потому как случайно прописав не ту команду, можно затереть загрузочный раздел. Необходимо все делать крайне внимательно и строго по инструкции. Нам понадобятся две флешки. Одну мы создаем с macOS по заглавному ролику на канале или по ссылке в описании, а вторую делаем с установщиком Windows 10. Способов это сделать очень много. Как вариант, можно с помощью утилиты с официального сайта Microsoft. Выбираем версию и язык установки. Выбираем флешку. Создать. Также нам необходимо создать и подготовить дополнительный раздел на винчестере. Затем, во время запуска ПК, мы выбираем нашу флешку с установщиком Windows и запускаемся с нее. Доходим до кнопки «Установить». И нажимаем Shift F10. Откроется командная строка. Прописываем команду disk part. Далее list disk. Перед нами отобразятся наши винчестера и флешки. Тот, что на 30 гигабайт, это наша флешка. Пишем команду select disk, в моем случае 0. Это загрузочный диск, на котором установлен Windows. List part. Нам отобразятся все разделы нашего винчестера. Для нас крайне важен системный раздел. Здесь он под номером 2 и всего 100 мегабайт. Пишем select part 2. Assign. List wall. В моем случае он отобразился под звездочкой и буквой F. Снова нажимаем Shift F10. Открывается еще одна командная строка. В нем мы прописываем robocopy, наш системный раздел F, двоеточие, наклонная черта, EFI, пробел, C, двоеточие, EFI, точка, back. Обратный слэш, mir. Перепроверяем свой загрузочный раздел. Если все верно, выполняем. Будет создана копия EFI раздела. Переходим в первую командную строчку. Пишем select part 1. Это раздел восстановления. Его удаляем. Delete part override. Также удаляем и второй раздел, который системный и который был на 100 мегабайт. Далее нам необходимо вновь создать загрузочный раздел EFI, однако при этом расширив его до 200 мегабайт, прописав данную команду. Форматируем его в формате FAT32 и даем название EFI. Assign, list wall. И мы видим, что у нас появился EFI раздел на 200 мегабайт. Раньше он был на 100. Переходим на другую командную строку и восстанавливаем наши загрузочные файлы из созданного бэкапа, указав букву диска EFI. В моем случае это буква G.
Выходим из командных строчек. Закрываем установщик. Вынимаем флешку. На всякий случай проверяем на работоспособный загрузочный раздел. Установленный Windows, как и раньше, должен запуститься. Теперь вы можете создать установочную флешку с macOS, если этого еще не сделали, и перезапуститься с ней. Ну а далее, как в моих роликах на канале. Настраиваем BIOS, выбираем ее в загрузочном меню, выбираем подходящий конфиг, запускаем установку. С помощью дисковой утилиты форматируем в нужный формат только тот раздел, на котором мы собирались установить macOS. Запускаем установку на этот раздел. После установки настраиваем нашу macOS для работы. В моих роликах показано, как это сделать. Одно отличие. Во время переброски Clover у нас появится также папка Windows. Ее не удаляем. Удаляем лишь Boot и Apple. И перетаскиваем уже новые с нашей флешки. После настройки, во время загрузки в BIOS у нас появится два загрузчика. Один из под Windows, другой Clover. Можно, конечно, каждый раз их менять местами, но я рекомендую поставить первым Clover. Именно с него можно будет сразу делать выбор, какую систему запускать. Вот и все. Таким образом, мы смогли установить систему без удаления уже рабочего Windows. Еще раз повторюсь, что проделывать все необходимо очень аккуратно и внимательно. На этом все. Если ролик был вам полезен, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!